поворачиваешь, например, в левую сторону, то рука сжимается. Поворачиваем в правую сторону, рука раскрывается. Человек может скачать себе эти файлы, распечатать в любой мастерской, заказать детали тоже. Деталей в Беларуси нету, то есть можно заказать там на AliExpress или на eBay. То есть по затратам как бы это будет там тысячи, наверное, $1500 взять, например, рыночную стоимость топового протеза, когда там 30 000 долларов, то это существенно как бы.